Такая пьеса написана в 83-м году. Я ехала в плацкарте, и весь разговор я подслушала в курилке. Между зэком и машинистом. Машинист ехал в качестве пассажира. Меня эта вещь настолько потрясла, что я ее, ну, естественно, художественно обработала и записала. Но сегодня меня потрясли и, как бы это сказать, опечалили слова моего любимого отца Константина, который сказал, пьеса написана 30 лет, а насколько она злободневна. А вот не хотелось бы, чтобы такая тема была злободневна. Понимаете? Я не видела реакции публики, я сидела в первом ряду. Я когда в первом ряду, я зал не слышу. И меня это всегда пугает и тревожит. Поэтому я очень не люблю первый ряд. Все, что могу сказать. Но я надеюсь, что на публике было интересно. Потому что во втором действии актеры уже так разыгрались. А я знаю этот момент, когда взаимодействие происходит между залом и актерами, такой некий магнетизм, и они уже как бы взаимно разгораются. Вот этот момент я заметила. У нас скоро КПП закрывается, так что особо на России.